Уже несколько месяцев Дмитрий строит дом в Химках и мечтает поскорее переехать сюда с женой и детьми. Но на пути к своей мечте он столкнулся с преградой в виде соседского забора. Владельцы участка решили расширить свои владения за счет муниципальной земли и построили забор прямо на месте проезда. Муниципальный проезд должен составлять 4 метра, а он составляет в данный момент 2 метра. То есть ни бетономешалка, ни трактор, ни техника сюда зайти не может. Все приходится это делать с дороги, заказывать технику, миксера, и это довольно-таки большие потери идут финансово. Дмитрий посчитал, что только на насосы для бетона он потратил более 300 тысяч рублей, а этих трат можно было бы избежать. Но соседи наотрез отказываются освобождать муниципальную землю и переносить забор. За помощью в решении проблемы Дмитрий обратился в администрацию. Приехав с осмотром и зафиксировав факт того, что действительно нарушение есть, мы обнаружили, что за границей стоит бытовка, которая, в свою очередь, принадлежит как раз тем людям, которые строят дом. Они не могут завести сюда бытовку до тех пор, пока не будет расширен проезд, и, соответственно, генерируется сразу два нарушения. Владельцу забора выписали официальное уведомление, согласно которому проезд должен быть освобожден. Но собственник не торопится устранять нарушение. Если в ближайшие несколько дней забор не сдвинется с места, рабочие демонтируют его без участия собственника.